Меня зовут Лисяна Вазьмина, и мне 12 лет. Я живу в России, учусь в художественной школе города Томск. Это Сибирь. Мне очень нравится графическое направление. Я люблю использовать разные техники и изобразительные материалы в своих работах. Всегда стараюсь совершенствовать свои навыки. На данный момент я изучаю технику зентаг. Это новое направление в искусстве рисования. Авторами этой идеи являются Рик Робертс и Мария Томас. Придумавшие зентаговка. Сейчас упражнение представлю вам две свои работы, которые я назвала «Подводная Одиссея». А первая работа более реалистичная, выполненная маркерами и фломастерами в цвете.